Ну вот повлияло ли метель и обильный снег на настроение болельщиков биатлона и участников тюменского этапа Кубка мира в «Жемчужине Сибири» узнаем у нашего коллеги Сергея Степанова. Сережа, приветствуем тебя. И так уже менее чем через час должны состояться первые старты. Мужской спринт на 10 километров с двумя огневыми рубежами. Снег не скорректировал планы? Ну и вообще, какая атмосфера сейчас в биатлонном центре? Добрый вечер, коллеги. Ну, нет, конечно, погода никак не повлияла на настрой болельщиков и спортсменов. Атмосфера в «Жемчужине Сибири» сейчас по-настоящему праздничная. Спортсмены уже готовы к стартам и готовы показать лучшие результаты. Ну, а болельщики, конечно, тоже в ожидании красивых игр и, конечно, побед. Ну и что касается болельщиков, они приехали сюда со всей страны, а также из-за рубежа. Я сейчас предлагаю пообщаться с некоторыми из них. Давайте подойдем. Девушки, здравствуйте, добрый вечер. Вы откуда? Представьте, как зовут вас. Здравствуйте, зовут Алина из Санкт-Петербурга. Из Санкт-Петербурга. Ну, скажите, почему вы болеете сегодня не у телевизора, а именно здесь, на трибунах, вживую? Потому что на стадионе царит потрясающая атмосфера. Всем нужно хотя бы раз съездить. За кого болеете сегодня? Болею за наших и за норвежцев. Спасибо огромное. Хороших вам впечатлений. Коллеги, ну я напомню, что сегодня нас ждет мужской спринт. Мужчинам предстоит пробежать 10 километров. Завтра ожидается женский спринт. Также в следующие дни гонка преследования и масс-старт. Давайте пожелаем всем спортсменам удачи и, конечно, побед. Коллеги, вам слово. Пожелаем удачи всем спортсменам. Спасибо, Сергей. Ну и, конечно, болеем за наших. Ну, в эти минуты в «Жемчужине Сибири» начинается первый соревновательный день тюменского этапа Кубка мира по биатлону.